Хелло, народ! На связи любители делок видеоигр Геймбрейн. Меня зовут Олег, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Стресса 3. И Болт стал. Опа. Вот это у тебя глазенки, брат. Сегодня мы с тобой будем играть. Давайте нажмем новую игру, новый слот, новая жизнь. И новый код. Внезапно, да? Игра про кота. Вот это интересно. Вот это вот интересно. Прикинь, игра про кота. Ты ходишь, наверное, мурчишь. Лежишь, играешься. Мявчишь. Прыгаешь и бегаешь. Классная игра. Прямо этот симулятор моей жизни. Тикать и грудны. Ты посмотри на них. Я тоже кот. Как бы я этот. Не отличаюсь от них, я тоже. Мяу. Вот так вот я могу делать. А? Как тебе? Вот это классно. О, черный. Даже в этой игре есть черный. Нас, собака. Шо? Что ты хочешь? Нас. Иди отсюда. Побегай. Спасибо. Меня помыли. Вот это классно. О, рыжий! Здорово! Наверное, они лучшие друзья. Чё-то взяли, порвали, дерутся нормально. Чё ты? Рыжий, а? Рыжий? Ты бесстыжий. А, хотя я тоже рыжий. Здорово! Мур-мур-мур. Любовнички, смотри. Какие помылись тут. Что, куда? Куда ты идешь? Остановись, брат. Легли и все уснули. Может, мне тоже? Ну ладно, давай тоже. Тоже с ними как бы ляжем, помурщим. Обмурщим, так сказать, дела наши дальнейшие. Обмурщим ли дела? Вот это классно. Ой, вот так вот идеально. Не, вот, вот. Если что, у меня здесь второй монитор. Если ты думаешь, куда я постоянно смотрю, я монитор смотрю. Такое бывает, да. Мяу. What the fucking squid on? Опа, босса нету. Здрасте. Ты посмотри, давай к нему. Пойдем. Он сказал, пойдем. Шо вы, шавермы? Побежали? Да мы не шавермы. Ой, да иди ты. Внутри стен. Смотри, шаверма побежала. Ай, классно. Классная игра, мне нравится. Зачет. Респект, респект. Респект от Олежика. От не Олежика. Мурлежика. Мурлежик, блядь. Ну шо вы, блохастые, побежали. Опа. Это я иду, прикинь. Опа, здорово. Здорово, котяра. Так, левый штук, шифт. Это как... Мяу. What the fuck? Нужно будет так здороваться, типа, мяу. Хав, народ. Вот это классное будет приветствие. Сразу так настроение прибавится. Опа. Что здесь? А, водичку можно похлебать. Но остановись, не пей, там же лужа какая-то обоссанная. Вдруг ты заразишься, котяра. Нужно думать, что ты пьешь. Опа, голуби, да пошли вы нахер. Эх, хорошо. Плохо, что они сбежали, они бы стали для меня хорошим завтраком. Да, котяра? Завтрак был бы у нас просто эпичный. Эпичный завтрак для эпичного котика.
Мрмяу. Опа. Чтобы прыгнуть несколько раз, удерживайте этот. Ясно. О, хорош, хорош, хорош. А может мне просто всегда удерживать пробел? Это было бы довольно удобно. Опа. Погнал, погнал. Ты смотри, как бежит. Ты посмотри на него. Ты посмотри, как щемит. Даже брызги все летят ко мне в лицо. Так, ну это я понимаю, какой-то уже киберпанк. Да, котяра? Потому что людей как бы здесь это не видно. Не видно здесь ни одного человека. Опа. Брат, ну прыгай. Что ты, не ссы в компот. Воу! Брат! Брат! Мать твою, нет! Я еще не позавтракал, суки! Ну, помогите, что вы смотрите, бля! Бля, бедный котик. Ой-ой-ой. Ну, должно быть это достижение с мягкой посадочкой. Бля, котяра, ты шо? Очнись. Брат! Сын! Друг! Эй! Ты где? Мы нашли тебе завтрак. О, бля! Бадлуна встал, мать твою! Ой, даже у котов это бывает. Даже у котяр. О, что я? Мусорный ящик вибрирует. Дэнсит, дэнсит. Даже мусорный ящик дэнсит. А ты дэнсишь? А, дэнсишь? Давай, ставим его. Оп, 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 оп. Ой-ой-ой. Мне сейчас бан прилетит за то, что я трогаю этот пантограф. Там же все... На этом на записи потом будет. Капец. Котяра. Ты шо? Ты шо, кошак? Нормально все? Да, мая. Чисто полежал, полезал что-то там. И все нормально. Че еще надо для счастья, да, котяра? Опа, а что это? Что у нас это за дверь? Опа. Ой, могу двигать все, могу это лапать все. Мертвый город. Ну да. Опа. Это что за эти каких? Которые из этот... Из... Half-Life, вот, криперы, что-то там, которые на лицо прыгают тебе. Видел я уже, как кому-то на лицо прыгнули в одном фильме, но это сейчас не об этом. Опа, брат, а ты чё, робот? Прикольно, или это какой-то косплеер, или это робот. Одно из двух. Опа. Хелп туда. Ты помоги там. Ага, я что тебя служил спасения? Иди сам себе помогай, блин. Отстань. Ладно, ладно. Я понял тебя. Ты меня не отпустишь, пока я тебе не помогу, да? А я ведь просто хотел идти к своим братьям. А тут вот это вот. Волми. Волми? Половми. Подпишись на меня. Половми. Ловер. Опа, а что это? What the fuck is going on, котяра? Что ты делаешь? Ну ладно, пойдем. Это наша будет ведерко на всю игру. Ага. Блядский. Ага, значит не на всю. Значит не на всю. Нахер, правда. Давай пошел отсюда. Какой хел? Я сейчас все эти банки забью. Это куда? Да, это же. Ой, хорош. Все нужно сдвигать. Мы же коты. Че нам? Че нам с этого будет? А? Вот ничего нам с этого не будет.
Господи, игра, что ты там, что-то, что такое? Как говорится, это ломать не строить. Да господи. Давай, падай. Эй! Игра. Алло. А, все нормально с игрой. Все нормально, все, все. Игра вернулась. Этот. Игра, ты что, забыла, как каша дома пахнет? Опа. Что? Смотри. Остаются. Я могу кое-что нарисовать. Что-то хорошее, не бойся. Давай. Нарисуем сейчас сердечко моим подписчикам, которые смотрят меня. Бля. Не получится. Сердечко сегодня не будет. Сегодня будет только хер. Неважно. Опа, опа, опа. Какое-то маленькое яичко. Ну ладно. Опа. Ай. Кривой какой-то получился. Ай, как это когда-то. Коточки потачь. Коточки вот так кошка моя точит. Так она не обковерна, что что-то, а специальную штуку вот так. И все. Потом у нее нету когтей. На, по лицу. Туда иди. Не хочу. Ну здесь можно попить. Здесь как бы Бог оставил нам, чтобы мы попили водички нормально. Да, котера. Восстановил сил, ну все, жаль. Сейчас это будет жесткий рыбок. Куда? Никуда. Опа! Ага, это доисторический кошачий лифт. Бля, криперы. Вы куда? Я потом к следующей серии посмотрю, как зовут. Так, что ж мы. А, хэт что-то там. Брат! Привет, это ты, мой компьютер, он такой же дряхлый и слабый. Сдохни. А ты лох, лохошпед, блядь. Это он так посмеялся над ним. Классный кот, мне нравится. Опа. А, хэт-крабы, вот, все, хэт-крабы. Бля, как много хэдкрабов. Пацаны, это какой-то капец, бля. Эй, не трахать меня! Да-да! Остановитесь! Не делайте это! Вы еще слишком молоды, я слишком стар для вас! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Отстань! Отстаньте! А, бля, криперы! Хэдкрабы! Сука! Нет, отстань! Не надо, не трогай меня! Я еще этот, я еще молод и богат. Ай, ай, я слишком молод для вас, пацаны, отстаньте. Капец это. Это тефтельки. Это тефтельки. Сука, за мной бегают тефтельки. А, тефтельки хотят меня убить. Твою ж налево. Смертельная тефтелька. Ай-яй-яй-яй-яй, отстань. Отстань, тефтелька. А, кусок филешки, бы. А, твою ж налево. Что за фарш, бля? Отстань! Не трогай меня. Такое противозаказано. Ух, котяра. Ну и влипли же мы. Накидали блок. Да вот собаки. Follow me, подпишись на меня там. Опа. Что здесь? А, здесь это было. Мяу. 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 Шо ты? Опа, побежал. Шо вы, пацаны? Пацандре! Куда? Куда прыгать? А? Что? Где? Нам нужно дальше. Вот здесь нам нужно. Вот здесь нам нужно пойти, мы как бы кошки, поэтому нам все равно. Да, мы же коты, мы такие классные коты, коты, которых еще свет не видывал, да? Да, котяра? Да, рыжик? Да, Васька?
и буду тебя называть с этого момента ты Васька. Ты рыжий Васька. Ну честно, ну все же, все рыжих котов зовут Васька. Василь, Василёк. Чётко. Теперь ты, нарекаю тебя Василием. Я дал тебе имя. Как там в этом, как его, бездомный бог? Твое имя Вася. Васька, ко мне! Нажмите мяу, чтобы сделать мяу. Нажмите пробел, чтобы мяукнуть. Мяумуркнуть. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Шо ты смотришь? Мне и так уже одна камера снимает, больше мне не надо. А! А! Котяра! Нет! Вась, мы как бы этот... Что-то сломали. Ладно, похер. Мышка, ты, что нам будет? Ломать не строить. Опа, обратно? Нет, не обратно. Вот сюда, вот так вот. Так. А что здесь? Понял. Понял. Я умный кот. Я хороший умный кот. Я должен получить сегодня корма. Интересно, в этой игре можно пожрать? Корма. Корма. Или можно съесть этих хэдкрабов? Как говорится, чтобы не мучили. Можно это посадить хэдкрабов на этот, на шпильку? Чтобы знали, как дело с котами иметь. Будем от них это когти драить. Когти драить, что, блин? Ты о чем? Точить когти. Я хотел вот так. Драить это, мыть, вот так, стирать. Вроде бы. А может и нет. А я не знаю. А я как бы не знаю. Ну пока что этот кошачий паку. Не. Мы с котом одно целое. Так, опа. Что за лапша? Это рамен. Я делал рамен. Ты делал рамен? А я вот делал. Классно я, да? Так, ну здесь как бы ведерко. Где? Ведерко на базу. База? Ведерко? База вызывает ведерко. База вызывает ведерко. Ведерко, ты где? Так. Опа. Вот это мы умные. Вот это мы умные. Вот это класс. Вот это. Вот это да. Вот это кот дал прикурить. Квартира. Здрасте. О, это мой компьютер. Три экрана. Не, у меня два. Опа. Ай, хорошо, поточим коготочки. Нормально, подточили, так сказать, коготочки. Нужна помощь. Да иди ты нахер. Данные подтверждены. Для скачивания требуется тело. Какое тело? Я шаверма, бля. Войдите в дверь, включите найденный этот код. Какой код? Что? Бля. Войдите в дверь. Войдите в дверь, включить найденное тело. Чтобы включить найденное тело, войдите в дверь. Ну ладно, пойдем. Пойдем-ка в дверь. Что здесь? Можно вытащить? Так, добрый день. Что здесь нужно сделать? Ну пошел за. Отсканируй мою жопу. Мя. О, это жесткий диск. Классно. Опа, подожди. Хорош. Ага, понял. Понял. А я понял. А я хорош. А я вообще малорик.
А я вообще красавчик. Так, а что здесь? Еще надо найти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, понял, понял, понял. Хорош, хорош. А я хорош. А я мега хорош. Так, и здесь. А, вот он там. Вот он здесь. Ой, да я умный кот. Против кота Васьки никто не попрет вообще никогда, ясно? Потому что я кот Вася. Нихера себе. Тайный проходец. Что здесь? Замороженный человек? Капитан Америка? Не да. Здорово, брат. Вот ты лох. Так, понятно. Понятно. Все, все понятно. Опа, коробка. Нахер коробку. Эй, правда, а зачем кому она нужна? Кому эта коробка нужна? Что это? Ишь, опа. Чё ты загорелся? Ха! Робот! Ай, больно сейчас ушам было, наверное. Да ты полудохлый. Херак, херак. Угодился. Б-12. Привет, я прибыл из другой планеты. Кот Васька. Ты кто такой? Я тебя не знаю. What is going on? What the fuck, котяра? Ты кто, бля? Нахер иди. Бля, ты пидор. Да ладно, ладно, хватит. Ну поигрался не чуток. Ну ладно, ладно, все, позадорились и на этом нормально. Чё, бля? Сработало, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом доме. В мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил здесь. Пока можно называть меня Б-12, как написано на моем корпусе. Такой задумчивый. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делаешь? Конечно. Пошли отсюда, следуй за мной. Стоп. Этот ключ отпирает дверь, это я помню. Сейчас помогу. Помоги. Ничего себе. Очень хорошо. Тебе плохо? Тебе плохо? Батарея садится. Подойди сюда. Не хочу. Вдруг ты опасный. Вдруг ты меня... Тебе придется это надеть. Пошел ты нахер. Так нечестно. Ты что со мной сделал? Васька, ты в порядке? Васька сдох. Капец. Вот это тяжелая херня. Ну пойдем, пойдем в дверь. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Бля, это прям про жизнь. Неудобно тебе в жизни? Да, не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Красавчик. Ничего себе. Так, выйти, сменить. 1, 2, R смотреть. Опа, еще. Ну, классно тут. Кот с жестким диском. Вот это брелок. Можно мне такой? Хочу себе брелок с жестким диском. Легко и просто. Правда. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи мне его. Или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Правда, давай. Давай отсюда. Как тебя звать? Е.
Оу, е. Как вы робот-андроид, прибывший из планеты 338? Опа. Что? Два, использовать фонарик. Нихера у тебя, это не фонарик, это прожектор. Опа, 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 коды, коды. Так. Какое коды? Расскажи мне, что за коды? 3-7-4-8. Да, 3-7-4-8. Не, ну кайфово, чё. 3-7-4-8. 3-7-4-8. Опа! А я хорош! На мяу! А мяу хорош! Ух ты, ну и местечко. Правда, тут лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Ага, спасибо. Погнали! Опа, хэдкраб. Что это за плесень в этом холодильнике? Братья, да цесть тентакли. Где-то капец. Тихо. Игра. Не надо. Не надо. Погоди, я помню. Аутсайд. Что за аутсайд? Такое ощущение, что я был там раньше. Ты откуда пришел? Да и хер знает, брат. Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Наверное, доктору своему. Это картинка, рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Возьми. Получен предмет. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Опа. Воспоминание новое. Прикольно. Мы по пути будем собирать воспоминания. Ой, бля, хэдкрабы. Или кто? О, хаус! Дом, в котором родился и живет Бэтмен. Да твою ж мать, хэдкрабы. Бегом, котяра! Бегом. Пока не тебя не откусили жопу. Опа! Здорово, робот! Do you know me? I am cat. What is going on? What the fuck? Красная тревога! Да я ж всего лишь котейка! Я же всего лишь котофеич. Кот Васька, ты шо? Да я ж нормальный. Пацаны, не стоит так переживать. Эй! Братья мои! Вы шо попрятались? А, бегом, это же он! Кот Васька, мать твою! А! Что он делает? Бегом, ко мне, ко мне! Забегайте, забегайте, я задержу его! У, сука! Я тебе... Ты не пройдешь! Ты что, дебил? Ты что, файт? Так, так, так. Опа, опа, заход, заход. Справа, слева, слева, справа. Здорово. Чё? Кажется, у них свой язык. Ты не зорг? В смысле? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок, только, пожалуйста, не ешь никого. Хе. Да, я лев. Я кот. Я тебя съем. У, сука. Да он нормальный чел.
Леша, чел, а ты хорош. Мега хорош. Да, чё ты перестал? Сделаю из этого коктейль. Ты ничего не слышал. Ой, ну и вечерок. Здорово, ты этот, хранитель. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Показать предмет. О, фотография аутсайда, какая нелепость. Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно, ну, кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось, за исключением Момо. Того самого Момо из 2017-го. Попробуй поговорить с ним, если хочешь, но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой навеской, с оранжевой неовывеской. Опа, ясно, ясно. Все понял, все понял. Я думаю, мы доберемся и закончим серию. Так и будет, я отвечаю. Так, давай, паркур, жесткий паркур, жесткий паркур. Жесткий паркур. Да, залазь ты, шаверма. Опа. Лохи. Да мать твою, да вы как насали мне тут. Вы совсем что ли тупые, а? Хоро играться своей краской. Дебилы. Я запорчу имущество вас засажу. Ладно. Ладно, ладно. Я помешал братьям. Может, мне нужно спуститься туда? Да господи, боже мой. Этот кот не знает преград. Его нужно остановить. Да? Епи, чешу крыльцо своего магазина! Хватит играть прямо над моим магазином, неудачники! Ты негодяй, блядь, урод! Так, если это магазин, значит я могу что-то украсть. Мощное средство. Зачем? Пить внутрь? Ладно. Ладно, у меня есть дела, брат. Ну ты это, не ругайся, они всего лишь дети. Подумаешь. Это все они виноваты. Они научатся скоро. Жизнь научит. Не ссы поэтому. Ой-ой-ой. Волосы щекотят меня опять. Как в этом... Как его? The Beast Inside. Меня тоже там волосы щекотали. Ну и что ты она... Ну и что ты натворил? Ой. Понимаю. Ну ты сам виноват. Это не я, это жизнь такая. А так, а где? О, неоновая вывеска. Лежу вот и думаю о жизни. На эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. Ясненько. Типа звезды. А я думал, это звезды, может, такое созвездие. А я не думал, я просто не видел. Ладно. Я не поднимал голову выше. Опа. Здорово. Капец ты этот из Mortal Kombat, как его? Как такое грустное радужное лицо. Ля ты лох. Ладно, друзья мои, на сегодня мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях мяу. Все, всем аливидерчи.